Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите «Несложную кулинарию». На текущий момент я отдыхаю у своих очень хороших друзей в отличном городе Сочи, о чем свидетельствует этот роскошный вид за моим окном. Собственно говоря, это означает только одно. Сегодня я вам покажу очередной рецепт, который пополнит мой плейлист черноморской кухни, ссылку на который я оставлю внизу в описании. А готовить мы с вами будем мидии, которые я собираюсь поймать самостоятельно на пляже недалеко от дома, где я сейчас живу. Ну а перед началом просмотра проверьте, подписаны ли вы на мой канал, и если нет, то обязательно подпишитесь, у меня много простых и очень вкусных рецептов. Сегодняшний рецепт я начну немного необычно. Начнется он с того, что я возьму маску и отправлюсь к морю, чтобы поймать немного мидий. Мидии пойманы, и теперь я готов продемонстрировать все ингредиенты, которые потребуются для сегодняшнего рецепта. А у нас их будет сегодня совсем немного. 0,5 кг мидий в створках. 3 зубчика чеснока. Растительное масло. Соевый соус. Небольшой пучок петрушки. И лимон. Сегодня я хочу приготовить жареные мидии в соевом соусе с чесноком. По сути, это просто элементарнейшее блюдо, которое при этом пользуется большой популярностью в прибрежных сочинских ресторанчиках. Перед началом приготовления важно подготовить мидии. После того, как я отобрал более-менее крупные экземпляры перед началом записи этого видео, я поместил их в кастрюлю с обыкновенной холодной водой на 30 минут, чтобы мидии самостоятельно отфильтровали песчинки, которые могли находиться у них внутри. Теперь перейдем к внешней очистке. Грубые наросты с поверхности мидий удаляются обратной стороной ножа. Также я использую металлическую губку, потому что она помогает убрать все остатки наростов, которые оказались слишком мелкие, чтобы с ними справился нож. Обратите внимание на то, что у большинства мидий между створок находится небольшой кусочек водорослей, которые мидии употребляли в пищу, когда находились в море. Его необходимо убрать. Беремся за водоросли и вытягиваем их в сторону самой широкой части раковины. Делается это не всегда просто, возможно, надо будет применить усилия. Однако удалить их необходимо, если вы не хотите, чтобы водоросли попали к вам в блюдо. В последнем шаге подготовки мидий промываем их под проточной водой и складываем в дуршлаг, чтобы дать лишней влаге стечь, пока мы будем заниматься остальными приготовлениями. Ставим сковороду на средний огонь. Добавляем в нее растительное масло и оставляем его разогреваться. В это время берем зубчики чеснока и нарезаем их лепестками произвольного размера. Также произвольно, не слишком крупно, нарезаем зелень петрушки. Помещаем чеснок в сковороду с разогретым маслом и обжариваем, пока его лепестки не станут золотистого цвета. Вкус чеснока отлично подходит ко вкусу мидий, однако стоит помнить о том, что он может легко забить вкус данных морепродуктов. Именно поэтому я не стал добавлять чеснок непосредственно в мидии, а приготовил ароматное чесночное масло. Когда чеснок подзолотится, вынимаем его из сковороды. Важно сделать это до того, пока он не начал подгорать. Помещаем в сковороду мидии.
Будьте очень осторожны, потому что внутри мидий обязательно останется вода, которая при раскрывании мидий попадет в разогретое масло и начнет моментально испаряться, разбрызгивая капли масла по плите, поэтому не обождитесь. Хотелось бы сказать пару слов по поводу приготовления мидий. Готовятся они на самом деле очень быстро. Как только раковина начнет раскрываться, мидии необходимо подержать на огне еще не более 1 минуты. Дольше держать их не стоит, потому что тогда они станут достаточно жесткими, практически резиновыми, и испортят все впечатление о блюде. Через полминуты после того, как мидии раскрылись, добавляем к ним соевый соус и петрушку. Перемешиваем все вместе. Накрываем сковороду крышкой и снимаем ее с огня. Даем мидиям постоять несколько минут, после этого можно сервировать блюдо. По поводу подачи тут все просто. Мидии необходимо выложить на блюдо и рядом положить дольку лимона. Я знаю, что добавление лимона к рыбе и морепродуктам для многих является сочетанием достаточно сомнительным. Однако мне оно нравится, поэтому я подаю мидии именно так. Также для более красивой подачи я предпочитаю посыпать мидии сверху остатками петрушки. Ну а теперь давайте попробуем жареные мидии в соевом соусе с чесноком. Вы знаете, это реально вкусно. Мидии, приготовленные по данному рецепту, не потеряли свой тонкий оригинальный вкус, а все ингредиенты, которые мы добавили, лишь оттеняют его и отлично дополняют. Такие мидии хорошо подойдут как закуска или как дополнение, например, к пасте. Однако я сейчас с большим удовольствием употреблю их за кадром с бокалом прохладного белого вина. Как всегда по традиции, внизу под этим видео будут перечислены все граммовки, использованных в данном блюде ингредиентов. Там же будет ссылочка на мой инстаграм, если кому интересно. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, не проходите мимо. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, если вам понравился данный рецепт. Если вы хотите помочь в развитии моему каналу, то внизу есть кнопочка «Поделиться». Поделитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч и приятного всем аппетита!